Всем привет! Меня зовут Александр. Сейчас я отправляюсь на смотровую башню Греахун. С башни Греахун открывается живописный вид на побережье от Лазаревского до Пицунды и Кавказских гор. Ахун находится на юго-востоке от города до Сочи. Поеду я на своем железном коне. Сейчас полдень, поехали! Едем под мостом. Такое непонятное чувство, как будто я нахожусь не в России, а в Европе. Толкаемся по пробке. Оп-оп, нам прямо. Мне кажется, метро поехали мы. Остановился у полицейского. Очень дружелюбный человек оказался. Здесь развернуться и ехать по автобану прямо. Я как раз попаду на Ахун. Air feels similar, landscape different, sub-zero temperatures, no known settlers, two moons pulling us across, it's development, we crash land into it, interesting predicament, look, it's official, I'm an alien, skating cross space, dodging junk from impaling them, and then I lost trace from the system that's been failing them, the ship's now spiraling, the crew. Вот видите, Ахун, прямо. I don't wanna fear those heights, see me as I flow right by, yeah. Running at the speed of light, all my life, put that on my life, yeah. I don't wanna fear those heights, see me as I flow right by. Ну что, начинаем подъем на Ахун. Ребятушки, скидываем с кардана. И пошла-поехала. 6% гора. В принципе, вся дорога была очень благоприятная. Пробки не составили больших проблем. Сейчас самое сладкое, это идет подъем. Тут маленько свежее, не так жарко. Ну, понятное дело, пенечек. И тут начинается такая небольшая тишина, когда машин так много, и ты едешь и слушаешь природу. Все практически едут сюда на машинах. Я как бы, я решил на велосипеде, а почему нет? Потому что всего лишь 2 месяца назад всего лишь закончилась моя карьера в спорте велосипедном. И, соответственно, 2 месяца назад была последняя гонка. Вот. Сейчас же гонок нет. Я просто делаю кардио. Вот сейчас поднялся 6%. Такое чувство, как будто я размялся уже. We can go pop.
can go cup for cup. We can go star for star. We can go rain for rain. She gonna off the bra. I'ma check something like Randy. She don't wear panties for daddy. My auntie stayed off a calendar. Answered the door with a hammer. Promise we didn't have no chimp. Опять я остановился. Вроде бы хочу ехать, как бы сил вагон, но такой вид шикарный. Я не знаю, передает камера или нет, это просто незабываемо. Вот так бы сел бы и до вечера бы сидел. Ничего, сейчас поднимемся на Хун, там 663 метра над уровнем моря, там вид-то получше будет. Ну и мы добрались до Малого Хуна, ресторан Пацха. А вот эта башня, к которой я добирался весь свой путь от Сочи. Ну вот я нахожусь возле смотровой башни на горе Ахун. Сейчас мы пройдем и посмотрим красивый вид, как и обещал. Тут я оставил свой байк. Надеюсь, за ним присмотрят, пока я иду и показываю вам красивую панораму. Эту башню построили в 1935-36 годах. Строили ее 10 лет. Строили ее 10 месяцев. Строили из-за белого известняка. Если, конечно, я не забыл. И с каждой новой ступенькой все ближе и ближе красивый вид. Людей уже стало поменьше. Надеюсь, поменьше. Приезжают туристы, и тут просто не продвигнуться бывает. Надеюсь, мы сейчас не попадем под такой трафик людей. Ох ты! Хо-хо-хо-хо. Посмотрите, и это еще не верх. Вот она. Красиво как. Просто бомбезный вид. Кстати, тут не так жарко, как внизу. Когда я подъезжал, был такой легкий ветерочек. То есть с каждым километром все вы чувствуете такой холодненький ветер. Ух ты. Надеюсь, камера передаст хотя бы чуть-чуть того, что вижу я. Это очень красиво. Очень. Ребята, я думаю, здесь можно часами стоять и наблюдать на всю эту великолепную картину. Вот ради чего стоит жить, заниматься спортом, собой и покорять такие небольшие вершины. Если ехать на велосипеде, то я добрался от Сочи до самой вершины горы Ахун примерно за 1.5 часа. 1.5 часа примерно я доезжал. Я ехал в спокойном темпе, не совсем напрягаясь. Если же идти пешим маршрутом, то вам придется доехать до нижней точки, откуда вы начнете свой подъем пешком, где-то 7-8 километров до самой вершины. И пешком примерно выйдет минут 40, если пробки, конечно, пробок не будет, сама езда, но минут 30 до нижней точки, до первого километра. И после восхождения у вас будет примерно 1.5 часа длиться. Но это восхождение вы запомните на всю свою жизнь, я вам точно гарантирую. Позади меня, если я, конечно, не ошибаюсь, Красная Поляна, то есть Розовый Хутор. Сейчас поднимусь повыше чуть-чуть. Левее от меня, если вы, конечно, заметили. Мне ближе видно, вам чуть дальше. Там Сочи. Олимпийский пар даже видно отсюда. Олимпийские объекты. По дороге в гору на Ахун вы не заблудитесь. Трудно очень потеряться. Ахун прямо, да? Ахун прямо? Ахун.
Направо, да, наверх? Ага. Направо и налево там, да, будет. Похожий вид вы можете встретить на Розовом хуторе на горе. Но там, возможно, вам помешает множество облаков. А вот тут мостик, это просто. Потому что здесь 663 метра над уровнем моря, а там около 2000, если я не ошибаюсь, может быть 3000. Но две там точно есть. И отсюда я наблюдаю их. Их тут не видно, гор. Но видно, что они все накрыты облаками. Море. Сзади меня море. Шикарный вид. Не правда ли? Ну что, я думаю, пора спускаться. Время сейчас уже подходит к 5 часам. Если уже не 5. Мне еще нужно доехать до дома. Это минут 40-50 я буду ехать. И затем пойти на море, искупнуться, пока стоит солнышко. Я хотел бы извиниться перед вами, что я записываю это видео здесь, в кафе, в Бургер Кинге. Или, как некоторые говорят, ресторан, ресторане. А не записал его на горе Ахун. Попросту потому, что мне не хватило зарядки на телефоне. И я не взял запасной аккумулятор. Сегодня я впервые побывал на горе Ахун. Получил массу положительных эмоций. Мне порекомендовал съездить на Ахун мой друг. Отдельно ему спасибо. Я выбрал не самый безопасный маршрут от Сочи до Ахуна. По автобану. Не советую вам ехать этим маршрутом на велосипеде. На автобане большой скоростной поток машин. 3-4 туннеля и ограниченное место для остановок. Обратно я возвращался другой дорогой. При въезде в город можно ехать вблизи к дороге по тротуару. Если хотите увидеть новые кадры из нового выпуска, ссылочка в описании.